Январь подходит к концу. Он оказался на 4 градуса теплее обычного. Оценивая прогноз на февраль, синоптики говорят, этой зимой месяцы как будто поменялись местами. Декабрь перенял январскую стужу, а январь позаимствовал погоду у февраля. В уходящем месяце было и слишком ветрено, и очень снежно. Самые обильные осадки достались черемушкам. Там выпало 350% месячной нормы, что большая редкость для января. Февраль прогнозируется лишь на градус ниже многолетних значений. Средняя температура составит минус 16. Лютых морозов в долгосрочном прогнозе не предвидится. Самые сильные холода будут в первую и вторую декаду. Ночью до минус 28. Днем комфортнее, от 5 до 15 мороза. К концу месяца температуры будут повышаться. Ночные температуры до 10-15 в отдельных районах, до 15-20-16-21. А дневные температуры минус 2-7 в отдельных районах, похолоднее. По осадкам их ожидается в пределах и где-то чуть больше многолетнего количества.